О, почти вот пришел перед самым входом. Ой. Привет, чуваки, еще раз. Это я опять. Надеюсь, у вас тут больше нет никакой аномалии, а то меня опять сейчас выкинет куда-нибудь нахер. А что вы тут напряглись-то так? Какие-то нервные. Да я тут еще сохранюсь. Вот этот спокойно стоит себе и все. Знаешь, что кто появится, блин, тому сразу кирдык. А я иду на кладбище, хорошо уже светает. На рассвете на кладбище все-таки приятнее, чем ночь, гроза. Зато гроза перестала. Видно, эта молния шарахнула, блин, из зоны. Анекдот вам сейчас будет рассказывать. Блин, там монстры. Так, до костра и налево. Понятно. Я уж слышу, как там рычат, блин. Рыкуны. Не попасть бы на кого-нибудь. Туннели, блин. А накопали. Зачем тут туннель? А ну тут же гора. Вот тут обход горы сделали. Блин. Это сука рычит. Гадит. Где ты, козлина, блин? За вагоном, наверное. Точно, за вагоном. Меня отсюда не видно. Вон он. Гомнопёс, блин. Гомнопсина. Собаки эти, блин. Мерзкие твари. До костра и налево. Еще рычат. Пахта тут страшно. Привет, чуваки, это я, свой. О, вы тут тоже собачку прикончили. Правильно. Да не одну. Так, до костра и здесь налево. Пойду, мне надо сходить там. Там добро где-то на кладбище, говорят, прикопали. Там надо какой-то монстр не нарваться, а то меня там прикопают на этом кладбище. И кто там прикапывать-то будет? Никто не будет. Монстр сожрет и все. И высрет меня, блин. Что там пишут? Кусты, крест, под ним в могиле. Блин, а там какой-то хрен орёт, блин. Кусты, крест. Кусты, крест, под ним в могиле. Ящик. Ой, блин, тут добра-то. Ни хера и нету-то никакого. Стоило столько ноги трясти, ботинки больше сбил. Мозоли натер. Ну ладно. Пойдем назад. Подожди, а здесь можно же... На янтарь можно и здесь пройти. На янтарь. Через эту или через эту? Сталкеры. Что сюда, что сюда. Можно и тут пройти, что такую даль тащиться. А тут бандюки кругом, да и тут до хрена. Ну ладно, попробуем. Нарвемся так, нарвемся. Там безопаснее, конечно, пройти. Никого нету. Здесь ближе. Тут радиация, блин. Блин, он уже нахватался. Уже надо водку пить. Ну правильно, я вот тут проходил. Краем. Не нарваться, бля, опять. Нет, человек. Бандюков целая куча, блин. А я тут один, с фонарем на лбу, блин. Типа, чтоб не промахнулись. Наверняка, как сандалили, блин. Наверное, тут оврагом можно пройти. Может быть, а может и не оврагом.
Оврагом, оврагом. По оврагу и туда. Стрёмно. Вон там слева бандюки ходят. Ну ладно, я тут во враге, может быть, они мой фонарь-то не видят. То есть увидят, запалят, всё, и всё, конец. Наделают мне дырок, блин. Я в них тоже, конечно, дырок наделаю. Даже, может быть, больше. Но их дырки меня совершенно не волнуют. А вот мои дырки. Мои дырки меня волнуют. Там еще псина какая-то рычит. Оп. Радиация. Сука, как же тут пройти-то? Сохранимся на всякий случай. Вообще, в летсплеях это смотреть гораздо веселее. Там все быстрее. Олд веселый такой, блин. Уж краешка, блин, вот тут вот заборчика. Прямых дорог не бывает. Где ж тут дыра? Блин, я уже прошел мимо. Твою мать. Как же я так? Я хотел через эту дырку. Где-то тут. Вот подхожу. Ну какая-то хрень рычит, блин. Вот здесь должна быть. Проход, наверное, в кустах, внизу. Точно, во. Ух, точно хочу. Так, загружаемся. Там кто-то ходит. Вроде похоже на своих. Секундочку, мне там что-то жена прислала. Она ж отправилась у меня в автономное плавание на 2 недели. Выдали ей там постельное белье. О, блин, твою мать, война на пороге. Ладно, потом посмотрю, что там пишет. Надо, кстати, тут сохраниться это. По-быстренькому. Да, тут веселые парни рассказывают. В томатном соусе. Сталкер аж перекосил. Анекдоты. Чего это вздумал? Людей травить. Бармена тоже перекосил. Кто кричит? Я? А сталкер? А что, я? С грибным соусом давай. Какой нафиг томат? Ты что тут ползаешь? Чувак, может, что скажешь? Вадим Чингачгук. Говорит, ну чуваки, а мы поняли, лагерь охраняем, да, защитить лагерь ученых. О, до встречи. Подожди. О, блин. Лагерь ученых в опасности. Сохранить игру надо и бежать туда, то ж не успею. Привет, брат! Привет. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Где там враги? Лады, я прикрою! Я тоже тут. Нашего завалили! Это какие-то... Блядь. Это какие-то неправильные. Где эти монстры? Я обойду! Куда он делся-то? А что вы тут через забор-то воюете? Беды! Ножи! Я уже двоих тут завалил. О! Выполнено! Отлично! Ну что, подождём ещё? Догорайте! Короче, нас так просто не возьмёшь! Болт вам ржавый! Да не говори!
Взять-то у вас нечего. Ну, автоматики хоть возьму. Может, у кого-нибудь награду получу. Потом, посмертно. Ну все, я вам троих завалил тут. Пока вы тут через забор воевали. Ну, у вашего-то есть чего? У этих взять-то нечего. Эх, Федька-дезертир. Аптечку давай, это нахер мне нужно. Так. Нет, свои. Проводник. Поговорить с Сахаровым. А награды кто-нибудь будет давать? Рыжий лес. О, блин, что-то я так сильно... Нихера никто не будет. Никому дела до меня нет. Возможно, Федька-дезертир хотел мне что-нибудь дать, но не дал. Ты не хочешь мне ничего, чувак, сказать? Я же вам помог тут, не? Да. Ну, привет! Привет, привет, медведь. Вот ты, наверное, главный, ты здесь ходишь. Ну, чё тебе? Чем я могу помочь вам? Ничем. Ну и хер с вами. Будете звать? Приду, так и быть, помогу. Пойду к Сахарову. Ой, блин, твою мать! Надо быстрее сматываться. О, сохранимся. Тут должны быть сведения. Сахаров! А где ты? Костюмчики-то у вас есть, а Сахарова я не вижу. Или он на улице? Нет тут нихера никого. А ты чё, что тебе надо? Мне ничего не надо. Значит, там должен быть. Пойду искать его. Говоришь, Сахаров? Блин, может, пулеметик достает? Нет, тут пулеметик не достает. О, вот он. Пожаловали в мою скромную лабораторию. Наконец-то я пописать ходил, понимаю. Да, нечасто я вижу здесь новые лица. Ну, что вы хотели бы узнать? Спрашивайте, я слушаю. Да, я знаю, что стрелок был здесь. Что вы знаете о нем? Да, такой сталкер бывал у нас. Он удивительно много знал, куда больше других. Утверждал даже, что бывал в центре зоны. Я ему, конечно, не слишком верю. Хотя он показывал мне фотографии. Фотошоп, не верю ему. Где же сейчас стрелок? Мы заключили с ним сделку. Он вызвался провести полевые испытания одной из наших перспективных разработок — блокиратора пси-излучения. За это мы обещали дать ему полностью настроенный образец. Стрелок верил, что это устройство позволит ему пройти через так называемый «выжигатель мозгов». Мы дали ему ненастроенный прототип, и он отправился на территорию комплекса. Только вот с тех пор ни стрелка, ни прототипа. Да. В течение некоторого времени мы получали данные замеров интенсивности пси-излучения. Однако сейчас сигнал прототипа потерян. По-видимому, стрелок попал под мощный всплеск излучения. Ой, ладно, и как мне его найти, возможно, стрелка? Возможно, стрелок все еще жив и находится где-то в пределах заводской территории. Но проникнуть туда без устройства пси-защиты практически невозможно. Мы давно изучаем феномен здешнего пси-излучения. Оно носит ярко выраженный пульсирующий характер. И в периоды спада интенсивности человек может находиться на территории завода в относительной безопасности. Однако мы не в состоянии предсказать, когда произойдет следующий всплеск. Пытаться проникнуть на завод все равно, что играть в русскую рулетку. Если вы решитесь пойти туда за стрелком, то, скорее всего, просто пополните ряды здешних зомби. Но, возможно, я смогу вам помочь. Недавно группа сталкеров проникла на территорию комплекса и раздобыла там какую-то техническую документацию. Уже на выходе они связались со мной и успели сообщить о своей находке. Но тут их накрыло всплеском пси-излучения. Не исключено, что эти документы прольют свет на причину возникновения столь сильного пси-излучения. Найдите их, и, возможно, мне удастся помочь вам попасть на территорию завода. О, ладно, согласен. Достать документы, расскажите мне все, группа, что знаете. Группа в северо-западной части комплекса. Там полно зомби. Я не могу отправить туда сталкеров из охраны периметра. Мы и так едва сдерживаем атаки. Сигнал СОС все еще идет оттуда. Попробуйте вытащить сталкеров, если они еще живы. Да, а что здесь делают эти самые сталкеры? Это все заводской комплекс. Он притягивает к себе сталкеров, словно магнит. Дело в том, что это едва ли не последний из нетронутых зданий. Ходят слухи о редчайших артефактах и уникальном оборудовании. Так что, естественно, туда то и дело лезут сталкеры в надежде разжиться чем-нибудь ценным. Но это равносильно самоубийству. Пси-излучение очень нестабильно, всплески его интенсивности непредсказуемы. А при максимальных уровнях излучения клетки мозга попросту распадаются. Сурово. А левша? Левша способнее многих других сталкеров. Он и его команда работают на нас, помогают делать замеры, собирают пробы. Взамен мы обеспечиваем им качественную медицинскую помощь. Думаю, если бы не эта обоюдовыгодная взаимопомощь, и мы, и они давно бы погибли. Да, так, ладно. А часто на вас они нападают зомби? Они нас беспокоят в первых дней основания лаборатории.
И стены, конечно, крепки. Но эти стоны и скрежет снаружи неимоверно мешают. Отвлекают от исследований и не дают заснуть. К тому же нам нужно время от времени выходить из бункера для сбора образцов. Понимаю, понимаю, да. Интересно, откуда берутся мы зомби? Мы долго ломали голову над этим вопросом. Как военные не утюжили территорию комплекса, зомби появлялись вновь и вновь. Все стало ясно, когда среди зомби оказался бывший мой лаборант, который пропал во время проведения замеров у завода. Виновато пси-поле. Все, кто попадает в зону его воздействия, теряют рассудок и превращаются в зомби. Да. У них необратимо нарушаются высшие функции мозга. Это уже не люди. Данные существа лишены способности мыслить. В них клеят лишь сугубо животные инстинкты. Да, ладно. Заходите еще. Понятно, тут на вас 105 напали. Пойду-ка я сейчас еще нападу. В смысле, сохраню. Помогу. О, блин. На тебе, на! Опять эти прут? Их надо вон оттуда стрелять, чуваки. Ну ладно, вы их тут отслеживайте, а я буду это. Все, никого. Ладно. О, мне вот сюда надо найти КПК с документами. Если краешком пройти сюда, то можно, блин, пробраться. Попробуем. Ладно, пойдем. По нулям. Тут на этом болоте всегда там целая куча всяких монстров. Ну еще и излучение всякое. Кстати, о птичках, тут же артефакты где-то были. Ну-ка, секундочку, я сейчас тут назад вернусь, карту гляну. А то меня тут завалят еще. Ну я быстро. Чё, меня завалят, если я буду в режиме паузы? Хе-хе, это же ж не Generation Zero. Секунду. Так. Это у нас янтарь. Агропром, о, янтарь. Так, один вот здесь, вот на краю болота должен быть, а другой там как раз где КПК. Рядышком. Все, я понял. Тогда я сейчас сюда к болоту схожу. Поищу. Карты кладов. Где-то здесь. Я тут слышу, идут какие-то, блин. Вон он там, вдалеке. Черт, меня, блин, накрыли со всех сторон. Надо загрузиться, это, а то, блин, я как-то не очень удачно. Неудачно вышел, тут, блин, целая толпа, я вылез. Они вышли как раз из кустов. Один, другой, их надо вытащить сюда, а то они там в кустах, их не видно. Блин, чё у меня фонарь-то горит? А может, я успею добежать до этого? Найти артефакты, вернуться. Хер тут, а не артефакт. Радиация есть. Получай гранату! Кушай гранату, гад! Я пошел! Помоги огнем! Помогаю! Хера, блин! Завалил одного наконец-таки. Да их там вон толпа идет, блин. Давайте мы сюда к вам.
всех убили, блин. Черт. У меня, блин. Ну что, подождем еще, на гарантии. Подбили, слава тебе, господи. Да не говори. Ладно, тут, блин, как-то не до артефактов даже. Хоть винтик у тебя возьму. Патрон 45 у меня сейчас. Вот под эти патроны возьму, да, они мне нужны. Автоматики. Аптечки. У этих что-то есть? Ничего. Оп. 5.45. Берем. Надо было бронебойными их херачить, а я, блин, это же... Все вроде. Все не те. Пойду, а этот Сахаров там принимает автоматы в платеж? А то ж куда их? Их тогда посбрасывают там. Если только в соседку, блин, опять шарахнуло. Сахаров, ты где, блин? Чувак! Вот, блин. Ну нельзя, блин, сейчас выйду, зайду опять это. Может, сейчас он будет. О, идет. Ну давай, быстрее. Приветствую на нашей научной базе. Привет, привет. Как успехи? Пока никак. Всего наилучшего. О, блин, он ничего не берет это. Ох, зато у него костюм хороший. Только стоит хер вот кучу денег. Бронекостюм Булат, блин. 25, это значит, он стоит тут 27. Да, ну хорош, хорош, блин. Ну и куда мне вот это вот сюда добро девать? Тут много добра. Блин. Ладно, пойду тогда... Соседние НИИ, здесь можно... Здесь же короткая дорога где-то есть. Во, вот здесь вот проход. Сейчас прорвемся где-то здесь. Надо же ж... Без денег никак, блин. Как говорится, без купюр, я, блин, это без купюр. Берем опять 3-0 и пойдем сбегаем. А потом уже пойдем собирать все, всякий хлам. Столько автоматиков. Я быстро. Нига, вон он, чистота враг. Еще один. Блять, еще один. Блять, теперь не могу двигаться. Девять 19 вывозить нахер. Должен двигаться теперь. Так, где тут проход? Вон точно через овраг. А потом оттуда проберемся как раз туда, на завод. Напрямки. Торгануть. Да, вот тот бы костюмчик это Булат, да, тот бы, блин, хорошо бы было. Лучше мне ничего не надо. Стой, стой, стой. Тут где-то дырка. Опа, отлично. Перебираемся. А у тех-то какие деньги стоили? Там костюмчик за 18 стоил-то всего ничего. О, тут уже все знакомо. Тут столько уже ходил. А, я ж бежать не могу, я и так перегруженный. А то не дойду вообще. Тут краешком-то ничего тут. Места безопасные вроде. Болото зеленое. Кстати, там опять анонсируют очередной какой-то мод сделали графический на Сталкер «Чистое небо». 64-битный там. Трава зелень. Защитить лагерь задний вход. Опять, блин, 25. Ладно, без меня никак, да, чуваки? Задание провалено, все, пиздец. Ну вы так очень быстро это. Я даже не успел это.
пустили быков на фарш. Ладно, ничего, зато кто-то... Блин, надо левее взять. Опа, там, блин, целая куча. Бандитов, я думал, там все свои, а там хер там. А там вообще есть-то свои? Есть. О, блин. Говорите, задание провалено. Ничего бы без меня вообще хер бы что сделали. На тебе гранат. О, смотри, вас тут еще навалили. Без меня бы вы хер справились бы, чуваки. Блин, еще не все. О. Спокойно, я сейчас тут продам кое-что. Где тут у вас подъем в магазин? Давайте. Ну, задание провалено, ладно. Жмоты. Я и так за бесплатно сделаешь, добрый. Дайте, сохранюсь тут. Вот так вот. Слушаю тебя! У тебя там что-то есть? А, это улучшить это. Они там все воюют? Привет, брат, да. Предложить что-нибудь можешь? Под оврагом прикопался есть добро. Не-не, спасибо. Давай торговать это. О. А там бандюки, сейчас я повоюю там еще. О, смотри, на 2400, блин. Вот еще пистолетик. Этих-то слишком до хрена. Патронов у меня, блин, там. 90 хватит. Вот это тоже нафиг не нужно. Дротики эти, за дротики. Вот еще патроны. Торговать. Отлично. Смотри, уже 12. А с кем вы там воюете-то, блин? Я пока соберу вот здесь, пацанов. Тут куча всякого добра. Хорошего. О, патроны. Бухло. Граната. Бинтики. Вообще ценная вещь. Как-то столкнулись в подземельях игроков. Патроны нужны. Так, этот у нас пустой. Нет, не пустой. Граната, это нам не надо. О, хорошо, я тут уже за подъемность увеличил. Так, глядишь, и до костюмчика дойдем. Все, музыкальная пауза. Музыкальная пауза, точно. Колбасу возьму, мимо колбасы никогда не пройду. Бухло, все такое. Это я их, между прочим, тут пошерстил. Винтари. Бинты, а то не стоит дорого. Блин. А вот такое вам как? Батон, батон тоже давай. Во. Привет, брат! Привет, привет. Все, пойду в магазин. Хорошо, когда прямо около, здесь, около магазина, валят чуваков. Отец, слышишь, рубит, а я отношу. О, смотри, там хабар нарисовался какой-то. Да много. Нычка возле болота в трубе, там рюкзак с хабаром, смотри. И здесь рюкзак закинул в разветвление дерева, а то сразу поймут, что это я, Виталя, двинул. Добраться можно по трубам с базы нейтралов. Ой, куда-то я нажал не туда. Там все херачат, надо пойти там посмотреть. Я тут сейчас разживусь-то добром, тут пока бандитские воины идут. Так, погоди, надо автоматики-то разрядить. Все, остальное не разряжаем. Так, давай, так, сейчас сюда, худо-бедно, потихонечку мы тут разбогатеем. О, эти винтари-то дорогие. Гранаты по полтинничку.
О, этих тоже дохера, блин, надо скинуть. Мне 5 штук хватит, гранат за глаза. Сейчас пойду там, тех там, такое место зычное. Добрый волт. Не говори. О, уже 15 тысяч. Сейчас так, блин, судья, курочка по зернышку клюет, как говорят это. Да весь двор засирает. Пойду посмотрю, там войнушка там идет. Подожди, надо сохраниться, а то сейчас пулю получу, маслину. Ха-ха, в лоб, в глаз. Потом еще хабар надо будет пособирать. Это я удачно сюда вернулся, блин, а тут теперь пройдет. Они же с той стороны воюют. Чувак, там война идет. Скажи, мне насрать, у меня здесь пост и все, мне, блин, там. Наплевать там, что там, где там идет. Мужики, вы лучшие, как мы, а? Да. А что отступили-то с позиции? Не отступать, вперед, пацаны! О, смотри, винтари валяются, блин, они денег хер в тучу стоят. Это бандюки были, а там в этом нету больше. Так, обрезы не берем, нахер. О, смотри. Этот берем. Принырил, заныкался. Тушенку отдавай, блин. Так. Тут собаки, там он какой-то валяется. Подожди, дайте товарищи пройти. О, винтари давай сюда. Отлично. Привет, Федор! Привет! Не бежим, не бежим! Так. Все, я тут. Все добро собрал. Ничего тут не валяется, не упустил ценного. Нет, все нормально. О, смотри, тут это что у нас тут? Блин, винтарь, но неудачно. Неудачно лег. А, не винтарь, а дробовик. Дробовик копейки стоит. Ерунда. Отсюда никто тут не пробегал. Нет, тут тихо. Ладно, пойду в магазин опять. Потом за хабаром. Красота. Удачно я сюда вернулся. У меня теперь новая идея фикс. Танюша сразу, блин. Напада. Федор сегодня пока ничего, он нормально. О, там смотри, хабар там, я там ходил, блин, там хер, блин, это туда проберешься. Так. А, заранее, правильно. Ты, Танюша, знаешь, как цыган это, значит, наш идет русский, смотрит, цыган, цыганенка, извиняюсь, выражение, лупит. Да, хотел сказать погрубее, это значит, это. Это ты чё, говорит, его лупишь? Да, говорит, вот его, собираюсь дать банку молока, чтобы он отнес там бабушке, чтоб, не дай бог, разбил. Так он же ещё не разбил, когда разобьет, поздно будет. Заранее, блин, ему нахерачить, блин, это значит, вот правильно, да. Так и ты, правильно. О, Федор, вижу, у него Федора праздник это. Потом только в мае выходить, точно. У меня тоже праздник. Жену забрали на 2 недели. Твою мать, на 2 недели, блин. Вот, смотри, 2600. Вот уже 18 тысяч. Сейчас так чуть я еще десяточку что-нибудь полезное сделать. Куда забрали? Я же говорил, она же доктор, работает в интернате. Интернат теперь перевели на такие на осадные положения. Персонал загоняет и на 2 недели. Потом следующая смена, чтобы детей не заразили. Вот жена у меня в первую смену попала. Там опять пришли бандюки. Да у него вообще шансов нет. Подождем еще, на гарантии. Парни, не расслабляемся. Да конечно, чего вам там расслабляться? Вот маленько. Да, передохните. Куда не приглашаем? Рюкзак закинул. А, на разветвление дерева. По трубам с базы нейтрала. Не а, вон оттуда. Сейчас я тут соберу этих парней. Аптечки, аптечки вообще много стоят. Вон там еще какой-то хрен. Тоже, наверное, его завалили. Да, смотри, аптечка, тушеночка и граната. Костя, сухарь. Ну все. Так, по трубам. Разветвление дерева, это вон туда, да? Ну, пойду попробую достать. А вот анекдот. Появился, значит, в зоне черный сталкер. К лагерю ночью повалялся, приходите, там суют руку. А, артефактов, да не было подходящих это. Стоящих, дешевле, лучше продать. А хер там, по трубам, да, по трубам-то по трубам, а как на трубу залезть? На трубу, наверное, только сверху, это, с крыши. Попробую. А там он аномалия, блин.
Ну, неважно. Ой, блин. Вон там лестница с другой стороны есть. О, Славик и Алена появились. Точно. Слушай, я слышал, там как раз кто-то сбежал на Сахалине. Из самоизоляции какие-то товарищи. Их искали там все. Губернаторы и все прочие. Это не вас искали? С Аленой. Я как раз хотел спросить у вас, а вы там, блин, это... Как раз пропали. Блин, я отсюда убьюсь нахер. Ой. Не убился. А там опять война. Мне вообще можно никуда не уходить. Где этот рюкзак-то, блин? Блин. Наверное, не на том дереве, блин. Да нет, на этом. В ветвях должен быть. Ладно, сейчас мы F9. А, не вы беглые, ребята? Ну хорошо, ладно. Просто подозрительно как-то пропали в тот же момент, как только это объявили. Где что-то там? В ветвях, может быть, там выше? О! О, Евгдит нам присоединился. Блин, где что-то это? Да хер его знает где. Да и мать его идти. Там он добра гораздо больше на войнушке. Пойду помогу парням. И соберу добро. Там они с этими свинтарями идут, каждый винтарь там по штуке. Я сейчас тут, блин, на костюм наберу. Вот, видишь? Точно, давайте. Я так сейчас на этого, на Витязя или какого там, блин, на Булата наберу. Где тут? Стрельба-то была знатная, или что, или не очень знатная. О, вот он валяется. С дробовиком. Ну, кто с таким оружием идет сюда, блин? Че, никого больше? Блин, а стрельбы-то было, я думал, тут целый взвод пришел. Как минимум. Хотя надеялся батальон. Блин. Только вот эти валяли. Уже все тут. Парни только с дробовиками остались. Ладно. Пойду сдам, что есть. И пойду. Никуда я пойду. Никуда я не пойду. Я уж сдавать и идти. Ладно, сдам сейчас. А пойду завтра уже. Поскольку я свое отпахал, отбарабанил. Сейчас вот тут займусь. Как раз. Все видео. Встречи ствол. Будет разговор. Да, иди ты. Ладно, спрячу хер с ним. Да. Туда вообще нахрен не полезу. Обработаю видео и потом пойду поиграю в Red Dead Redemption. А то, когда на стриме, там хер поиграешь по-нормальному. А там надо походить, порыбачить, травки пособирать, блин, поохотиться, грибочки засолить. Ну, как положено. Так. Так, пару гранат. Ладно, что есть, то есть. Все, остальное мое. Антирадинов у меня, может, и бинтиков разжился нормально. Все, супер. Супер. Торгую. 18 тысяч набрал. О, еще сейчас тут это. Так. Все, народ. Пока. До завтра. Завтра пойдем опять, это значит, туда, на янтарь. КПК искать. О. И будет все окей, это значит, это. Все. Пока.